Всем привет! Меня зовут Юрий Хромченко. Я приветствую всех моих подписчиков и просто зрителей моего канала. Сегодня 14 марта 2014 года, и в этом видео я хотел бы поговорить о мошенниках в сфере жилищно-коммунального хозяйства и предостеречь всех, особенно тех, кто живет в Москве, о том, что есть такие вот мошенники. Вчера мне позвонили по городскому телефону. Звонила женщина, которая представилась сотрудницей организации под названием «Городской центр учета экономии ресурсов». На определителе телефона высветился номер 8499-940-92-98. Эта женщина сказала, что по имеющимся у них данным у меня истек срок проверки и эксплуатации счетчиков на холодную и горячую воду. Их в обязательном порядке нужно заменить. Причем заменить эти счетчики должны именно их сотрудники. Стоимость замены одного счетчика составляет у них 1500 рублей. И что они сразу же готовы сейчас сделать заявку на оформление работ по замене этих счетчиков. Сказали, что мастера работают только до конца недели в нашем районе, и мы просто обязаны обратиться к ним с заявкой по замене счетчика. Для справки, на данный момент с счетчиками у меня все в порядке. Мы их меняли буквально в прошлом году, а срок их проверки и эксплуатации там не меньше 4 лет. Вот что я хочу сказать. Если вам позвонят и скажут, что эта организация, городской центр учета экономии ресурсов, с телефона 8499-940-92-98, запомните этот номер и название организации. Никогда не ведитесь на подобные звонки. Эта организация ведет себя очень нагло, по-хамски, настойчиво. Они давят на психику и пытаясь заставить вас врасплох, тем, чтобы вы, не успев опомниться, выложили им свои деньги. Для проверки достаточно войти в поиск Яндекса, ввести данный номер и название организации. Там вы увидите целую кучу различных страниц с душещипательными отзывами по этой организации. И в большей степени эти отзывы будут с ненормативной лексикой. Запомните такую вещь, что вы должны всегда сами следить за вашими приборами учета, знать, когда истекает их срок годности и проверки, знать обязательно название и контактные данные организации, которые обслуживают ваше домовое хозяйство. Берегите ваши персональные данные, не верьте мошенникам. На сегодня это все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большой палец вверх под этим видео. Пока.